Семена Будлея Давида, смесь окрасок Будлея Давида, понравятся любителям экзотических растений. Этот заморский полукустарник еще не получил широкого распространения среди наших цветоводов, хотя и обладает великолепными декоративными характеристиками и может похвастаться другими преимуществами. Побеги этого растения в длину достигают более 1,5 метров. Они увенчаны колосовидными соцветиями, длина которых составляет 30-40 см. Цветы обладают мощным медовым ароматом, который в сезон привлекает множество различных насекомых. Период цветения Будлея Давида приходится на конец лета, середина осени и составляет около 40 дней. Будлея Давида, смесь окрасок, это многолетнее растение. Кустарник лучше всего подходит для групповых посадок. Будлея прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для влагоемких почв. Расцветает Будлея Давида, смесь окрасок, в месяц сентябрь-октябрь. Цветок окрашен в микс цвет. Лист этого прекрасного растения по форме ланцетный. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.